Работа на даче у многих ассоциируется с чем-то изнурительным и однообразным. Однако этот миф разрушили дачники и садоводы Владивостока. На масштабном празднике в честь открытия сезона 2017 собрались не только профессионалы. На фестиваль «Дачный бум» с удовольствием пришли и те, кто пока еще не освоили работу на загородных участках. Яблоко, огурцы, персик. Смотрим. Читаем. Конкурсы, мастер-классы и, конечно, советы профессионалов. Среди участников мероприятия – представители различных домашних хозяйств. Как правильно выбирать саженцы и семена, что поможет упростить работу на дачном участке? В чем секрет богатого урожая? На эти и другие вопросы горожан с удовольствием отвечали специалисты. Также у нас проходит мастер-класс по пересадке орхидей и по уходу за комнатными растениями. Вот. И каждый дачник и наш покупатель, и вообще любой желающий может получить карты благодарности, которые дают право на скидку в виде бонусов при покупке, которые можно оплачивать до 50% покупки. Маленькие гости праздника не только участвовали в конкурсах, но и с удовольствием фотографировались с птенцами и кроликами. Возможность погладить и подержать их на руках вызывала особый восторг малышей. Пока малыши наблюдали за животными, их родители знакомились с ассортиментом продукции и услугами местных производителей. Дикие и домашние растения, экологически чистые продукты, элементы декора и косметика из натуральных материалов. Здесь представили товары на любой вкус. Не осталось без внимания и тематическая фотозона. Некоторые фотографиями не ограничились и позировали художникам-шаржистам. А одним из самых ярких событий дачного бума стал модный показ. Фестиваль «Дачный бум» проходит во Владивостоке уже во второй раз. Возможность официально открыть сезон и обменяться опытом управления на своих 6 сотках жителям города подарил журнал «Сады и огороды Приморья». Сегодня мы можем видеть результат, то, что у нас очень много людей, на которых мы не рассчитывали, что такое количество придет. И это не может не радовать. Значит, то, что журнал «Сады и огороды» читают, любят, и у него есть своя, конечно же, аудитория. Одной из основных традиций ежегодного фестиваля стал розыгрыш сертификатов от соорганизаторов мероприятия, известной сети магазинов для дачников, садоводов и любителей растений. После такого грандиозного праздника можно точно сказать, дачный сезон во Владивостоке официально открыт. Анна Бережная, Игорь Болтов. Новости на 8.